Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2012 года выпуска. Двигатель 2 литра, бензин, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 93 тысячи километров. Начал мокнуть поддон двигателя. Он стоит на герметике, и вокруг стало сочиться, не только потеть, но и подкапывать масло. Для этого поднимаю автомобиль, сливаю масло, снимаю поддон, чищу, мою и наношу новый герметик. Поднял автомобиль. Вот видно, поддон мокнет. И это не сальник, не масляный фильтр, а вот именно нижняя часть поддона под герметик стала пропускать. Сливаю масло. Головка на 14. Я здесь предварительно масло слил. У нас уже остатки там остались. Сразу пробочку подтяну. И по периметру откручиваю все болты. О, странно, головка на 8. Тазик не убираем, потому что когда оторвем поддон, масло будет бежать. Вернее, оно будет не бежать, оно будет капать. Откручиваю по периметру и поддеваем. Открутил все болты. Теперь попробую вот здесь вот поддеть поддон монтажкой. Ну, подтекало именно в задней части, не в передней. По прокладке видно, в принципе, потело, по всему периметру следы остались. Чищу, обезжириваю и мою поддон. Для чистки прокладок, ну вот головки, срезать прокладки, приобрел такую широкую, скажем так, стамеску, но это не стамеска, фирма GTC 2502, и очень удобно, площадь большая, очищать от герметика, но здесь удачно снялось. Герметика практически на поддоне не осталось. Вот они, видно грязные места, в каком месте именно потело. Вот оно. И все. Проходимся по кругу. Убираем старый герметик. Очистил старый герметик. Помыл поддон. Теперь беру обезжириватель, мочу тряпочку и протираю место, где я буду укладывать герметик. Герметик буду фирмы Абра использовать, серый 3/9.
А теперь ровным слоем его по посадочному размазываю. Сильно не снимаю, оставляю примерно миллиметра 2-3 слой. Где будет не хватать, нужно добавить. Все, теперь идем, протираем и обезжириваем посадочное на блоке. Также обезжиривателем смачиваю тряпочку и теперь прохожусь по периметру обезжиривателем. Беру поддон, устанавливаю и наживляю два болта. Дальше по периметру наживляю все болты. Два болта нам хорошо дают отцентровать. Все, болты я наживил и подтянул. Теперь убираю вот этот лишний герметик, чтобы здесь смотрелось все красиво. Также вот этот, который у нас выступил, убираем тоже.
все, вот такая получилась красота. И на этом переуплотнение поддона я закончил. Заливаю масло минут через 30-40 и запускаю двигатель. Всего вам доброго!